Первенство края по плаванию традиционно становится этакой первой ступенью на пути к всероссийским стартам. 50-метровый бассейн спорткомплекса «Олимпиец» в этот раз собрал юных участников со всего Приморья, которые соревнуются за возможность представлять лицо своего региона и даже округа. Участвуют более 150 человек из 7 муниципальных образований Приморского края, 16 клубов. То есть сильнейшие пловцы, которые борются на попадание на первенство России и в команду, которая будет представлять Приморский край на зональном отборе на спартакиаде учащихся России. Соревнования здесь личные. Ребята хоть и представляют целые клубы и команды с различных уголков края, однако борются только за себя. Свои силы показывают традиционно на нескольких дистанциях. От 50-метровых до заплывов длиной в 1,5 километра. Короткие скоростные старты самые популярные. Саша Осипченко, например, один из лидеров на местной короткой воде. Владивостокский спортсмен полон уверенности в том, что сможет выйти на Россию. Я занимаюсь 5 лет, пошел из-за того, что были проблемы со спиной. 3 года плавал на оздоровительное плавание, потом понял то, что есть успехи, что-то получается. Пошел уже в спортивную секцию. Я больше ориентируюсь не на шансы занять какую-то медаль, но больше на время. В своих силах уверенные гости из Арсеньева. Это один из серьезных конкурентов тех же владивостокцев. Наставник команды Владимир Владимирович внимательно следит за своими ребятами, постоянно подгоняет их и, очевидно, переживает. Однако даже не задумывается о том, чтобы уезжать отсюда без побед. Есть ряд хороших ребят, способных. Парни и девушки, которых мы посмотрим здесь. И я думаю, человека 4 мы в сборную команду выставим от города Арсеньева. Даже 5, может. Лучшие пловцы по итогам краевого первенства уже в марте сойдутся в этой воде вновь. Им придется решить, кто поедет на чемпионаты первенства России, а кто отправится на спартакиаду учащихся. В целом же местных спортсменов впереди ждет еще немало стартов, на которых можно будет успеть заявить о себе. Максим Яковлев, Алексей Заровный. Новости спорта на 8-м.